Приветствую вас, друзья. Баходур Усманов, таджикский боксер, представляющий Таджикистан по боксу. Он недавно занимал 3-е место в мире по боксу в Ташкенте. И мэр города Душанбе, Рустам Эмомали, подарил ему машину. Если честно, я не знаю, что за марка. Но выглядит как бы на вид очень красивая машина. Кто знает марку, чей производство, пишите в комментариях. И 70 тысяч сомони. Это радует на самом деле. Баходур Усманов заслуживает это. Он, представляете, в своем весе номер 3 в мире считается по боксу. Это ну, мировой уровень. Да? Поэтому, друзья, поздравляем Баходура Усманова в комментариях и пожелаем ему успехов в Олимпийских играх. Он готовится к Олимпиаде. Он недавно, кстати, выиграл свой 5-й профессиональный бой именно по боксу в Москве. Так что этот боксер очень перспективный, у него большое будущее. Надеемся, что он станет и олимпийским чемпионом, и поднимет флаг Таджикистана. Друзья, поздравляем его еще раз в комментариях. Подписываемся на канал. Мира вам и добра.